протяжении нескольких месяцев британская нидерландская нефтегазовая компания Shell планировала полный отказ от сотрудничества с Россией. Все началось с закрытия контрактов по совместным проектам, среди которых числятся «Сахалин-2» и «Северный поток-2». Минувшим днем сотрудникам российского офиса Shell сообщили, что компания нашла покупателя для своей сети АЗС. По информации издания Forbes, вероятнее всего, в сделке участвует компания Lukoil. Безусловно, потеря партнеров по незаконченным проектам – это не позитивная новость для любой компании. Конечно, Shell – это не только деньги, которые вложены в проект, но и технологии, и определенные практики, которые могли бы быть позаимствованы и внедрены на нашей почве. Поэтому, конечно, уход Shell – это негативное событие. Эксперты отмечают, что отечественные компании обладают примерно теми же финансовыми и технологическими возможностями, что и Shell. На российской экономике продажа АЗС никак не скажется. Однако при этом высока вероятность возникновения серьезных проблем с качеством продукции. Вот такого крупного серьезного производителя приведет к некоторому снижению конкуренции. Да, это значит, что без конкуренции со стороны иностранных производителей действительно может возникнуть соблазн производить похуже. По принципу все равно возьмут, все равно альтернативы нет. Потери от ухода Shell из России оцениваются примерно в $4 миллиарда. Маргарита Михайлова, Универньюз.